Так, здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики и первое в учебном году, который называется учебный год 2020-2021. И мы будем весь год заниматься коллективно, вплоть до конца мая, а потом каждый будет индивидуально заниматься вплоть до начала октября следующего года. Ну и по опыту предыдущей нашей работы, вы, наверное, прекрасно понимаете, что несмотря на сравнительно небольшую толщину этого произведения, вот, думаю, что нам останется как и что разбирать. А сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на предисловие к этому произведению, потому что предисловие, как известно, пишется когда? В начале или в конце произведения? В конце, когда человек написал, он потом пишет предисловие. Вернее, не само предисловие, предисловие само собой, вот оно маленькое совсем. А речь пойдет вот дальше, такое вводная часть, которая называется «О понятии вообще». О понятии вообще. Тот, кто не знает о понятии вообще, тот без понятия, как сейчас говорят. Вот. А вот мы о понятии вообще должны как раз это все рассмотреть. О понятии вообще. И как мы должны его рассмотреть? Рассмотреть с той точки зрения, что мы должны заняться материалистическим истолкованием диалектики Гегеля. Нам везло первые два тома. Почему? Потому что первые две книги. Первый том науки логики – это что? Учение о бытии, учение о сущности. Это объективная логика. А если логика объективная, то это логика движения, собственно говоря, материи, как мы сейчас говорим на современном языке. Ну и поэтому вопрос, так сказать, материалистического истолкования, он как бы и не встает. Хотя, тем не менее, вот некоторые товарищи меня спрашивают недавно, вот на это, сегодня пришло письмо через Лен.ру. Дескать, а вот законы, они же в голове. Ну, сразу видно, что человек учение о сущности не изучал. Потому что если человек изучает учение о сущности, то знает, что такое закон. Вот у нас Константин Константинович, если вас спросить, он сразу ответит. Закон, что такое? Закон. Закон – это воля господствующего класса, возведенная в закон. Ну, не абракадабра, это одно и то же. Закон – это закон. Мыло это право. Да, это право, я уже вспомнил. Пропало, товарищ Ищин. Спокойное объявление. Вот. Спокойное объявление, Константин Константинович. Закон. Ну, есть пара – закон и явление, и его закон. Спокойное объявление. То есть это относится, так сказать, это, во-первых, относится к объективной действительности, и причем к глубине, а не к поверхности. Правильно? То есть то, что, закономерно то, что там лежит в основе. Вот, то есть закон. Поэтому, короче говоря, если речь брать вот то, что мы с вами по первому разу, скажем так, прошли, учение о бытии и учение о сущности, там проблем с этим не возникало. И вот встал вопрос о том, чтобы рассмотреть и понять третью книгу «Субъективная логика». Ну, как мы должны ее понять? И по завету Ленина материалистически истолковать. Если мы хотим материалистически истолковать, значит, когда мы говорим о субъективной логике, то встает вопрос о том, а кто субъект? Вот не обратили внимания, кого имеет в виду Гегель под субъектом вот в этой книге, которую я держу вот перед собой. Кто субъект? Человек. Общество. Где написано «человек»? Скажите. Ссылочку. Мыслящий разум. А? Мыслящий разум. Ну вот, да, мыслящий разум. А мыслящий разум, он как витает? Где? Как? Мыслящий разум. Ну, как-то вот он витает, мыслящий разум. У него витает. Короче говоря, вот если внимательно мы почитаем вот этот кусочек о познании вообще, то мы хоть увидим, что Гегель здесь, поскольку он попал в такую ситуацию, что нужно говорить о субъекте,
И о субъективной логике можно говорить тогда, когда вы назвали субъекта. А если вы субъекта не назвали, то это, так сказать, непонятно, кто субъект. И почему тогда эта логика субъективна, если нет субъекта? И вот на этот вопрос мы отвечаем очень просто. Вот вы ответили просто и хорошо. Человек. Вы себя имеете в виду? Или меня имеете в виду? Кого? Или вот Дмитрий Юрьевич? Человек вообще. Если это человек вообще, кто? Это Мордовин? Он за 480 человек отвечает. Человеку. Что значит человек вообще? Интересное кино тоже. Установка. Какие другие варианты есть? Ну, сознание, общественное сознание или общество. Уже, вот видите, у вас субъект не человек, а сознание. Вы близко к Гегелю, Дмитрий Юрьевич. Сознание общества. Так сознание у вас. Сознание. У вас субъект сознания, а не человек. Не человек и не общество. Не может быть сознанием. Христобрание, это субъект. Сознание у кого есть? Человечество. Вот, у человека, вот уже ближе. Значит, человечество может быть субъектом, правильно? Так. Ну, я вам назову произведение, в котором говорится, кто субъект. Вам неизвестна такая песня, партийный гимн «Интернационал»? Здесь. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения. А мы это кто? Своей собственной рукой. Пролетарий, рабочий класс. Пролетарий, рабочий класс. С интернационалом воспрянет род людской. То есть, вот товарищ взял индивида, а надо взять род. Понятие рода тут фигурировало, правда? Мы это читали в прошлом году. То есть, человек, вы как представитель рода здесь выступаете или просто как индивидуум? Представитель. А вы так сначала как просто человек выступали, потом, значит, сослались, уже вроде в этом направлении пошли, но еще не до конца. А оказывается, вот как мы собираемся без интернационала материалистически истолковать? Уже все сказано с интернационалом, и все поют. Вот так бывает, поют, а что поют? И как-то это вот забывает. А это же всеобщее, это вообще, вы сказали, что рабочий класс, так рабочий класс что поет? Гимн рабочего класса, вот его выражение, квинтэссенция его позиции. Это правильно, что род людской? Род людской может тогда победить, если самый передовой класс возглавит эту борьбу. Тогда и рабочий класс. Ну а познавать, пожалуйста, никому не запрещено. Пусть буржуи познают, что им, так сказать, надлежит пропасть. Некоторые самые умные из числа правящего класса, как Энгельс, говорит, ну тогда я перехожу на сторону рабочего класса, что мне там делать? И все. Логично. И Маркс, как буржуазный интеллигент, говорит, зачем я буду с этим вот связываться, с погибающей частью человеческого рода? То есть я буду с той частью человеческого рода. И да, они ведь не сразу разработали учение о диктатуре пролетариата. В коммунистическом манифесте говорится что-нибудь о диктатуре пролетариата? Маркса и Энгельса. Вот главный документ. Нет, не говорится. А? Не говорится. Не говорится. То есть они заговорили о диктатуре пролетариата позже, когда это глубже это все изучили. Когда они этот род человеческий, так сказать, начали рассматривать еще и с точки зрения его, так сказать, ну вот, может быть, структуры и организации, что человеческий род, он делится на классы. Как Маркс написал в письме к Вейдемейеру, что все мое учение сводится к трем пунктам. Первое, что классовая борьба, не я открыл классовую борьбу, ее открыли французские буржуазные историки, а экономическую анатомию классов разработали английские экономисты. А то, что я сделал, сводится к трем пунктам. Первое, что классовая борьба связано с определенными этапами в развитии общества, имеется в виду общественно-экономические формации, что она ведет к диктатуре пролетариата, а диктатура пролетариата ведет к обществу без классов, к коммунизму. И все. Вот и все, что сделал Маркс.
Ну, они для тех, кому нужно быстрее выучить, они так объясняли, что все наше учение может быть выражено одной фразой. Уничтожение частной собственности. Вот, давайте, заучили, и все, марксизм у вас в кармане. Остается только раскрыть, потому что есть, вот мы уже у Гегеля знаем, что такое сформулировать, а другое дело раскрыть. А чтобы раскрыть, а как можно уничтожить частную собственность, не создав общественную? Никак. Потому что если вы пойдете ломать танки и машины, это было уже у лудитов. Если вы будете, так сказать, крошить фабрики, так этим занимается у нас. Уничтожением частной собственности занимались после контрреволюции в СССР весь этот правящий класс. Он и сейчас занимается уничтожением частной собственности. Они сами кричат. Мелкий бизнес душат, убивают, уничтожают. А кто его душит-то? Чья власть? Что, коммунисты, что ли, их душат? Вы же и душите. Берут экскаваторы, бульдозеры, сносят эти ларьки, там, берут болгарки, срезают эти ларьки, как у нас было при Матвиенко и так далее. Потом говорят, ну, давайте поддержим мелкий бизнес. Когда топят, как делают? Сначала так топят, придут туда, потом приподнимут, дадут вдохнуть еще немножко, и опять туда. Вот так они с мелким бизнесом. Это уничтожение частной собственности, они в этом участвуют. Во сколько раз у нас сократилась наша экономика за время с начала 90-х годов? Ну, за вот в момент, так сказать, этого кризиса, в два раза ровно они уничтожили наполовину экономику. Ну, а вот потом, когда Путин говорил удвоение ВВП, в чем состоит удвоение ВВП? Чтобы дойти до того уровня, который был до этого вот нападения вот этой шайки гайдаровской, ельцинской. То есть они уничтожили частную собственность, а теперь она на уровне. Но в машиностроении не на уровне, они не дошли до этого уровня, который был. Так, ну, значит, вот уже мы начинаем с вами решать, кто субъект. Ну, вот с этим субъектом нам вроде ясно будет. Но вот после того, как нам ясно, вот с этой точки зрения, если вы будете читать вот это вот произведение о понятии вообще, вы увидите, что Гегель изумительно хорошо уворачивается от того, чтобы не сказать, а кто субъект. Вот так бы хоть сказал, как вы, человек, и уже было бы хорошо. Но тогда сразу вопрос, а какой человек, фамилия человека, индивид или род? А если род, то как тогда, как это все устроено? А как вот эта вся масса будет управлять, так сказать, как она может быть субъектом или познавать? Вот. Хотя можно было сказать, что вот близко к тому, что близко стоял вот Дмитрий Юрьевич, что вот общественное сознание. Только надо было обществу сказать. А общество организовано. Общество занимается вообще познанием действительности. Вот это можно спокойно сказать. Общество занимается. Нельзя сказать, что только рабочий класс познает. Совершенно неверно. Общество занимается познанием давно. Рабовладельцы познавали в лице отдельных лиц. Вот. И познавали, так сказать, во время первобытно-общинного строя человечество познавало. И познавало при феодализме. Да? Вот. И познавала, познает и при капитализме. Он есть буржуазный ученый, и как бы, если вы взять в область науки, техники и математики, прекрасно познают. Вот. В то же время есть, скажем, такие, как Жорес Алферов, которые являлись коммунистами, тоже прекрасно познавали. А его коллеги не являлись коммунистами, и были его коллегами. Но он вот Нобелевский лауреат, а у нас больше других и нет. Единственный Нобелевский лауреат, который есть в России, это коммунист Жорес Алферов. И он Нобелевским лауреатом стал вот в то самое время, когда с коммунизмом вроде расстали. Так что это вот, согласитесь, что вопрос о субъекте, важный вопрос, если мы изучаем, вот написано. Субъективный том второй, субъективная логика. Он человек, который ничего не знает, но вот уже немножко имеет практику изучения науки логики, он какой-то въедливый, так, субъективная логика, кто субъект? Искали. Не нашли. Ну, только сейчас нашли род. Ну, как не нашли? Вот, нашли. Не, ну я не мог вот как руководитель семинара вообще не найти. Поэтому я имел в виду, что общими Гегель, усилиями. Ну, мы нашли? Гегель не написал. Ну, мы нашли. Написал, а, у него он не нашел, да. Он уклонился вообще от этого вопроса. Вы вот будете читать внимательно. С этой точки зрения я просил бы всех перечитать. Посмотреть, вот как вопрос о субъекте завис. Ну, вот там мысль, мышление, понятие.
Ну, оно уже у кого понятие есть? Оно в воздухе болтается просто, это понятие. С другой стороны, с его точки зрения, идеалистической, конечно, если это есть абсолютная идея, так в чем проблема? Вот абсолютная идея, и все, и она и есть субъект. Тогда все хорошо. Но он все равно это не нажимает, потому что он очень сильно различает вот, бытие, сущность, и говорит, это относится к объективному миру. Поэтому как-то ему валить просто на абсолютную идею, это не очень подручно. Потому что да, тоже это выражение абсолютной идеи, но он все-таки различает вот, бытие и сущность, как объектив, и в объективную логику этого рассматривает. А теперь он переходит к субъективной логике, все равно встает вопрос, кто субъект, а кто будет изучать это вот, бытие и сущность. Ну, кому поручили хоть абсолютную идею, кому поручил изучать? Ну, наверное, ему. Ему поручил, и он тогда и субъект. Правильно? Отдельный человек тоже субъект. Кто написал? А? Отдельный человек же тоже субъект. Ну да, вот он и есть, вот Гегель зовут. Гегелю тяжело было ему, ну, как-то... Тяжело. И, да, с теориями пересекаться, ну, вроде как с учеными. Тяжело, тяжело. Мучиться постоянно. Вот. Ну так вот, значит, поскольку я начал такое, так сказать, расследование или исследование того, а как же все-таки он, Гегель, тут с этим субъектом разбирался. Вот он рассматривает, например, формы сначала, формы, предшествующие понятию. То есть он, у него формы, предшествующие понятию, какие? Объективные. Вообще понятию предшествуют какие формы? Объективные. И все, и вся сфера бытия, и сфера сущности. А сфера сущности – это не еще одна сфера, а та же сфера бытия, в которую углубились. Верно? Или более углубленное понимание сферы бытия – это сфера сущности. Поэтому он это различает, этот формы, предшествующие понятию. Так что, по крайней мере, понятие – это не бытие и не сущность, это не объективное. То есть вот этот объективный мир – это уже не понятие. Встает вопрос, кто субъект. Вот я начал, так сказать, внимательно искать. Где же у него там это дело так получается? Вот на странице 8. Нет, не на странице 8. На странице 8, да, у него речь идет о субъекте. 8. Страница 8. Чем заканчивается, а вот товарищ Назаров, он знает, чем заканчивается учение о сущности, какая категория последней? Субстанция. Абсолютно правильно. Вот, видите, как вот, как сказал товарищ Назаров, вот. Это бесконечная рефлексия в самого себя. Рефлексия в самого себя – это отражение, углубление в самого себя, да? Состоящее в том, что в себе и для себя бытие есть лишь благодаря тому, что оно есть положенность, есть завершение субстанции. Но это завершение не есть уже сама субстанция, оно есть нечто более высокое, понятие, запятая, субъект. Вот субъект мы нашли на странице 8. Понятие, субъект. Но не написано, что понятие тождественно субъекту, тем более мы знаем уже от Гегеля, что тождество не есть тождество тождественного, а тождество различного. Так что можно сказать субъект понятия, но еще разбираться с тем, а что это за субъект и что такое понятие. Ясное дело, что субъект уже тут прозвучал. И вопрос о субъекте встал. Но мы с вами знаем, кто такой субъект. Если мы поставили задачу материалистического истолкования диалектики Гегеля, вернее, не мы поставили задачу, а перед нами Ленин поставил задачу, а мы ее до сих пор еще не решили. Так, то, естественно, мы, так сказать, этот вопрос о субъекте должны поставить. И сегодня мы его уже поставили и разрешили, кто такой субъект. Это человечество. Но человечество проходит известные стадии развития, имеет, так сказать, развитие идет путем формаций. Так, и в каждой формации есть классы пока, общество классовое. И пока, когда оно не будет классовым, тогда оно будет просто общество. А поскольку классы еще есть, и они полностью не уничтожены, до тех пор, пока не уничтожены, значит, таким субъектом является рабочий класс, в том числе в лице своих идеологов, там, ученых и так далее. Но, как известно, познание не сводится к тому, чтобы какие-то специальные вопросы изучать, оно широко надо его брать, познают все.
все люди в обществе, рабочий класс познает, и его союзники познают, и даже те, кто мешает рабочему классу, тоже познает, как ему это что-нибудь утащить или сломать, или сделать, они постоянно познают. То есть они тем самым изучают противоречия социализма, представляют собой сторону этих противоречий социализма. Так что все это есть. Ну вот, значит, первый вопрос субъекта мы с вами, так сказать, отметили, что вот в таком разделе, там, в большом разделе, вот оно, 24-я страница включительно, вопрос о субъекте один раз упомянут, так, тихонечко так упомянут, чтобы Дмитрий Юрьевич Шилов не заметил. Вот, причем, но все-таки он по-честному сделал, он понятие субъект написал курсивом. А что значит курсивом? Он выделил. Поэтому, если будете наставить, он скажет, я выделил. А вы бы просто смотрели, что не выделено, это не главное. А вот что выделено, я же выделил, а что тогда вы претензии ко мне предъявляете? Ну, а там больше, меньше, это уже второй вопрос. Так, ну вот первый вопрос мы рассмотрели. Второй вопрос. Ну, хоть личность-то может быть субъектом или нет? И вот на странице 11 мы видим. Я, который обладает понятиями, тут есть я. Это я, это вот, мы теперь знаем, что я – это вот общество, да? Или род людской. Род людской соответствующим образом организован с помощью. Он, этот род организован общественными отношениями. И как общество, формацию, ну, вот есть способ производства, это мы все знаем. Я, правда, обладаю понятиями, то есть определенными понятиями. Вот. Поэтому, если я напоминаю об основных определениях, составляющих природу «я», то я имею право предполагать, что напоминаю о чем-то знакомом, то есть привычном для представления. Ну, это как бы не наука, а привычное для представления. Так, «я». То есть мы все знаем, что такое «я», то все «я» разные. Вы одно «я», вы другое «я», вы третье «я», и все, так сказать, мы все «я». А кто вот «я» этот? Это уже не субъект, причем разбежались с разными представлениями, с разными понятиями. Но вот тут все-таки о человеке идет речь. Но таково не непосредственно, а только тогда, когда оно абстрагирует от всякой определенности и всякого содержания и возвращается к свободе безграничного равенства с собой. Взятое таким образом, оно есть всеобщность. Вот. Единство, которое через то отрицательное отношение, которое выступает как абстрагирование, есть собой. И вследствие этого содержит в себе растворенную всякую определенность. Во-вторых, я, как соотносящаяся с самой собой отрицательность, есть столь же непосредственная единичность. Но если люди познают, то и человек познает, правильно? Единичность на самом деле это всеобщее, взятое просто как одно. Единичность, абсолютная определенность, противопоставляющая себя другому и исключающая это другое, индивидуальная личность. Ну, вот вам и субъект. То есть не только вот общество, но кто отвечать будет за ошибки? Найти надо эту индивидуальную личность, и вот тогда скажут, вы... Каждая ошибка есть фамилия, имя, отчество. Да. Вот как вся буржуазия сейчас кричит, что мы жили в мрачные годы тоталитаризма и культа личности, когда были высокие темпы роста, хорошее образование, когда победили и разбили фашизм, это все были мрачные годы. Ну, для них мрачные, конечно, ясное дело. Для тех, которые сейчас разжились, стали миллиардерами. Вот это жизнь. Ну, вот личность появилась тоже. То есть поиски субъекта увенчались. То есть, с одной стороны, вроде вот субъект просто как субъект появился, а потом оказалось, что это и личность, может быть. Ну, личность может быть и Гегеля. А разве он не внес вклад в познание? Он прям не говорит, я. Личность. А вы уж сами думаете, кто. Если кто-то скажет, что он кто-то лучше Гегеля познал, пусть скажет по-честному. Не скрывает. Так. Индивидуальная личность причем. Не просто. И опять же курсивом.
курсивом выделен на странице 11, обратите внимание, советую вам вот, вот в книжках надо, книги, говорил Маркс, мои рабы, надо подмечать, подчеркивать, чтобы это дело не пропало. Все, вот закрытая книга. У меня первый том. Ну, понятно, логично. Вы же начали, начали с первого тома. А это вот товарищи, они сразу за третий схватились. Так, еще есть товарищи, у которого нет третьего тома? Нет, это не третий том, это третья книга. Том второй. Том второй? Да. Так. Вот, смотрите, что мы нашли. Значит, мы нашли личность. Да. А еще давайте заглянем на страницу 12. Это тут индивидуальная личность была. Но нам уже говорили некоторые товарищи, вот Дмитрий Юрьевич настаивал, что тут не только вот отдельная личность. А вот всякое объединение представлений требует единства сознания в их синтезе. Следовательно, это единство сознания, страница 12, есть то, что одно только и составляет отнесение представлений к некоторому предмету и, стало быть, их объективную значимость. То, на чем покоится сама возможность рассудка. То есть тут речь идет не о том, что выдумал один человек, и что он, так сказать, ему взбредет на ум, а то, что их представляет собой некую, некое единство сознания, связанное с соответствующей умственной работой. И дает объективную значимость. Это и то, на чем покоится сама возможность рассудка. Вот поэтому от этого единства Кант отличает субъективное единство сознания, единство представления. Вопрос о том, сознаю ли я некоторое многообразное как одновременное или как последовательное, что, дескать, зависит от эмпирических условий. То есть речь идет все-таки об общественном сознании, как нам правильно совершенно говорил товарищ Шилл. Он занимается идеологией, и от этого не отступай. Прошлый человек. Его не собьешь. Так, теперь дальше. Как все-таки Гегель, раз он идеалист, ему, с одной стороны, он объективный идеалист, ему надо рассказать, что есть на самом деле, а с другой стороны, вот как-то держаться за эту абсолютную идею, раз он, ну, как бы подвязался, что он будет проводить объективный идеализм, и так ему тяжело. Но он, как всегда бывает, так сказать, проговаривается. Вот смотрим на... Теперь на страницу 14. Так, вот смотрите. Тут оказывается, что тут есть, сказать, разные ступени сущности и рефлексии, но эти конкретные образы столь же мало касаются науки логики, так как те конкретные формы, которые логические определения принимают в природе. Природа появилась. Природа появилась, заметили, нет? Вот это нам очень важно подчеркнуть, потому что мы и дальше собираемся так и изучать. Сначала начнем с природы, потом дойдем до человека, потом дойдем до его сознания, а потом будем с ответственной перестановкой, мы уже говорили о них, но мы к этому вернемся еще более основательно. Вот, а именно, пространство и время, затем наполненное пространство и время, как неорганическая природа. И, наконец, органическая природа. Это материализм? Материализм. Чистой воды. Чистейший, да. Сначала неорганическая, потом органическая. Равным образом и понятие здесь следует рассматривать не как акт самосознательного рассудка, не как субъективный рассудок, а как понятие в себе и для себя, образующее ступень как природы, так и духа. То есть понятие надо рассматривать как ступень развития человека. Ну, если природа и духа. Только вот человека тут он как-то не называет. Да? Дух-то что, витает? Дух. Все-таки у него же не абсолютная идея, а тут дух. А дух – это вот уже человек. И дух вон, почему говорят, когда человек умирает. Живой человек. Жизнь или органическая природа есть та ступень природы, на которой выступает понятие. Ну, а человек – это и есть та ступень развития животного мира, когда появляется
такое животное, которое познает себя и этот мир, то есть понятие, на которое выступает понятие. Уже здесь получается некое обозначение человека, выступает понятие, ну как-то вокруг этого так Гегель ходит. Но вы хотите, чтобы он совсем как Маркс выступал или как Ленин? Тут нельзя этого требовать. Говорит, пусть они дорабатывают, пусть поищут. Я долго копался, например, вот искал у него. Это надо же найти, это все. А так хорошо, так все замазано, так здорово. Все. Абсолютная идея. А вот написано все прямо чисто, чисто материалистически. Природа неорганическая, природа органическая, на которой в своем развитии выступает понятие. Как выступает понятие? В лице человека. Материя, как высокоорганизованная материя, обладающая сознанием. Что значит обладающая сознанием? Выступающая как понятие. А как вы понимали обладающее сознанием? Ну, понятие. Если у человека без понятия, так у него сознания нет. То есть совершенно понятно, как это получилось. Так, дальше. Страница 15. Я правильно понимаю, что все это читали, которые здесь сидят? Все читали. То ничего нового я не сообщаю вам. Ничего. Как сказать? Да так прямо, вот честно. Незамеченное предпочтение. То есть материализма вы не заметили. Хорошо. Страница 15. Но поистине, неупомянутые выше, данные через созерцание и представление материя должна быть выдвинута в противоположность понятию как реальное. И этого не заметили? Ну что еще надо вам сказать? Товарищи материалисты, чтобы вы увидели, что здесь вот есть материя. Причем материя в том виде, в каком Ленин говорит о материи в работе «Материализм и империокритицизм». Смотрите, как написано. Неупомянутые высшие. Ну, можно и не упоминать, но надо иметь высшие. Данные через созерцание и представление. Помните, как Ленин пишет? Материя дана нам. Созерцание в представлении, в ощущениях, данные нам в ощущениях. Объективная реальность дана нам в ощущениях. А здесь что написано? Материя должна быть выдвинута в противоположность понятию как реальное. Противоположность понятия как объективное. А Ленин что пишет про материю? Это не определение материи, это просто высказывание о ней, суждение. Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях, пишет Ленин в материализме и империокритицизме. А кто раньше сказал про материю? Он. Гегель? Только никто и не говорит, что мы первые сказали про материю. Ну, ни Маркс, ни Энгельс не говорит, ни Ленин. Их обвиняют в этом. А? Их обвиняют в этом. Так сделайте что-нибудь хорошее, Валерий Александрович, да. И вас будут обвинять. Вот сейчас вас обвиняют в связи с хорошим набором. Я, например, обратил внимание. Сразу нашлось столько людей, которые даже готовы всякие письма рассылать, искать недостатки и ошибки. Надо присмотреться к деятельности некоторых товарищей. Наверняка у них есть какие-нибудь ошибки и недостатки. И принять меры. Они считают, что нет у них таких. У меня раньше тоже не было, когда я этим не занимался. Фактически идеально. А потому что вы вот работаете, и из-за этого другие чувствуют себя не по себе. Вы понимаете, какое у вас, что вы делаете, какое положение вы ставите хороших людей? Это признание. Которые ничего такого плохого не делают, но вы еще как бы намекаете, что они не делают ничего хорошего. Вот ведь беда. Ну, то есть это вот, это же шедевр материи. Страница 15. Ну, красота. Извините, Михаил Васильевич, никто на это особо даже внимания нигде никогда не обращал. Вот так это всегда бывает. Стоит мне обратить внимание на это, и сразу говорит, никто на это никогда не обращал внимания. Нет, я нигде не встречал ни в какой литературе, нигде вообще даже упоминания. Почему? Ленин говорит, я вообще считаю, стараюсь читать его материалистически. Нет, он пишет, что читает его материалистически. Ну вы хотите, чтобы Ленин уже все нам разжевал, а на кружок для чего? А Ленин считал, что вот будут люди, будут затеять кружок, и будут разбирать. Он считал, что будет умнее, да? Нет, он продолжит его линию, мы продолжим. Он же написал работу о значении воинствующего материализма. Он сказал, мы должны стать кружком любителей гегельской диалектики. Он прямо написал, как называть кружок, КЛГД.
кружок любителей в Гегельсе диалектики, и вот изучать и на всяких примерах из истории развития природы и общества в том числе. Так и написано вот в работе. А эту работу, в чем состояло мое главное редакторство в этой вот книге? В одном, что я выбросил все, ну, правильно поставил там характер, там белошта есть характер, а вовсе не свойства рядом с границей. И выкинул всякие предисловия, которые написали люди, не разбирающиеся в диалектике, и поставил Ленину. Ленин-то лучше разбирается. И все. А у Ленина написано вот это. Если вы скажете, что в первом томе нет, то там не написано, что мы должны стать кружком гегельской диалектики. Но про нас написано. Про вас Ленин написал. Про вас, Дмитрий Дмитриевич, и про вас, товарищ Сехин. Ну, это Константин Константинович, само собой. Ну, это же приятно. А те, кто не ходит в кружок, про них Ленин не написал. Вот так. А всего-то норм. Сиди да и листай. Что так трудно, что ли, сидеть листать? Вот скажите, что такого страшного в этом? Думал, напишет Ленин. Вот многие... Тебе уже напишет Ленин. Многие листают вот, с первого дела субъективности, а вот это все введение, там, это как-то просто нечестно поступил, что это все самое главное. А вы, следователем когда-нибудь были? Нет. А я вот, ну, вообще не был, но... Почему-то. Но вот я знаю, как они работают. Вот так вот надо спрашивать. А вот это, а вот это. Мы же должны вскрыть, что у него там материалистическое в Гегеле, правильно? Значит, надо внимательно читать. Вот если бы он тут был, мы бы его поспрашивали. Вы это имеете в виду? Он, это, ну, он бы не отказывался, он человек честный. Так, значит, материю мы нашли на странице 15, жизнь нашли. А чем должна заниматься философия? На странице 15. Сейчас найдем. Философия же дает нам постигнутое в понятии усмотрение того, как постоит дело с реальностью чувственного бытия. Философия же, это нижняя часть, страница 15, после вопроса там. Каким образом возможна потребность в религии и чувство религии, если мимолетные поверхностные явления чувственного и единичного все еще считаются истинным? Философия же дает нам постигнутое в понятии усмотрение того, как обстоит дело с реальностью чувственного бытия. Это про какую философию говорится? Но если она занимается тем, как обстоит усмотрением того, как обстоит дело с реальностью чувственного бытия. Чувственное бытие – это что? Материя. Материя. Конечно, чувственное бытие. Ну, Гегель все, он все сказал. Ну, кто не... Я, говорит, вам... Вы же понимаете, я, говорит, ректор немецкого, берлинского университета, вы что хотите. Когда он писал, был вообще директором только Нюрнбергской гимназии. Как говорится, куда-нибудь запихнут, и никто не будет слушать. Теперь. А? Потом он ректором был некоторое время. Когда он был ректором, уже он много не написал. Он уже сказал вот в предисловии к этому, мне уже тут столько всяких занятий появилось. Он же, поэтому они вот не очень давали много времени для того, чтобы заниматься. Это как все говорят, и все участники кружка на это. Он говорит, что извиняться за эту попытку, собственно говоря, не извинительно. Но для извинения за несовершенство ее осуществления я разрешу себе еще заметить, что мои служебные дела и другие личные обстоятельства дозволяли мне лишь спорадические занятия в области такой науки, которая требует и достойна непрерываемых и нераздельных усилий. Вот первое, мы должны вот это усвоить в кружке, если кто-то будет спрашивать, почему вы там, не готовы вы там, товарищ Назаров. Так мои служебные дела и другие личные обстоятельства дозволяют мне лишь спорадические занятия в области такой науки, которая требует и достойной, и непрерывных, и нераздельных усилий. И все. И вы всегда будете молодцы. И никто, так сказать, как вас можно после этого критиковать? Вот Владимир Александрович, ему понравилось, он точно возьмет на вооружение. И он заучит будет. Как только спросишь, что сразу раз это, и все, и отойдите от меня. Гегель, том 2, книга 3, предисловие, страница 4. В самом начале уже. Ну, все для нас Гегель сделал, все. Остается только расшевывать.
Разжевывать тоже тяжело. Так, ну что дальше? Изоповским языком пишет вообще. А вот он как вот? Только философией, а историей человечества занимался, нет? История человечества. То есть он историческим материализмом занимался или только диалектическим материализмом? Сейчас посмотрим. И это не закрещивает. Страница 16. Если дело идет не об истине, а лишь об истории, о том, как все это происходит в представлении, являющемся мышлении, то можно, конечно, не идти дальше рассказа о том, что мы начинаем с чувств и созерцаний, и что рассудок из всего их многообразия извлекает некоторую всеобщность или некоторые абстрактные, и, разумеется, нуждается для этого в вышеупомянутой основе, каковая при этом абстрагирование все еще остается для представления во всей той реальности, с которой она явила себя в начале. То есть в начале это вот эта объективная реальность. Ну дальше. Но философия не должна быть рассказом о том, что совершается, а должна быть познанием того, что в этом совершающемся истинно. И это выделено курсивом, чтобы никто из наших товарищей не пропустил. Истина выделена. И из истинного она должна постигнуть далее то, что в рассказе выступает как простое событие. Чего вы нам про события рассказываете? Вы нам истину давайте. Вот философский подход. Философ изучает истину. Что нам это все известно? Кому неизвестно, поднимите руку. Никто не поднимает. Всем известно. Так. Так. Дальше смотрим на страницу 17-18. Вот. Мы уже привели выше тот пункт кантовской дедукции категории, который гласит, что объект, в котором объединяется многообразие созерцания, есть это единство лишь через единство самосознания. Здесь, следовательно, определенно высказана объективность мышления, то тождество понятия и вещи, которые и есть истина. Истина – это тождество понятия и вещи. То есть правильное понимание того, правильное выражение того, каким является понятие. Истинен именно в своем понятии, в непосредственности же, в которой он дан, он есть лишь явление и случайность, что познание предмета, постигающего его в понятии, есть познание его таким, каков он себе и для себя, и что понятие есть сама его объективность. Вот это страница 18. Второй абзац. Нет, первый абзац. Через понятие, серединка. Страница 18. Предмет приводится обратно к своей неслучайной существенности. Последнее выступает в явлении. И именно поэтому явление есть не просто нечто, лишенное сущности, а проявление сущности. Но ставшее вполне свободным проявление сущности есть понятие. Понятие есть та форма абсолютного, которая выше бытия и сущности. Ну вот, видите, как хорошо. Дальше. Теперь, значит, надо разобраться. Истину мы уже рассмотрели. Вот идея, да? Вот самый берем конец 18-й страницы и 19-ю страницу. В том-то и состоит выявленное в противоположность эмпирической материи и на ней, а точнее на ее категориях и определениях рефлексии, абсолютность понятия, что материя – это истинно не в том виде, в каком она является вне и до понятия, а исключительно в своей идеальности или в своем тождестве с понятием. Так. Последний абзац на странице 19. Так как здесь идет ближайшим образом речь об отношении логики, а не науки вообще к истине, то следует далее согласиться также и с тем, что логика, как формальная наука, не может и не должна содержать в себе также и той реальности, которая составляет содержание дальнейших частей философии, наук о природе и духе. Понятно, так сказать, ее логическая часть. Напротив, логика показывает, как идея поднимается на такую ступень, где она становится творцом природы и переходит к форме конкретной непосредственности, понятие которое, однако, снова разрушает этот образ для того, чтобы стать самим собой в виде конкретного духа.
То есть идея поднимается на такую ступень, где она становится творцом природы. Ну и не договорил только и общество. Чуть-чуть не дотянул. Творцом. Идея творцом. Когда она может быть? Идея, овладевающая массой, становится материальной силой. Ну, где-то вот. Материальной силой. Да, вот оно, творцом. Не докрутил. Не докрутил. Не, но он надеялся, сказал, что кружок будет вот туда. Обращайтесь туда, там все вам дополнят, да скажут. Ну, главное, говорит, я вам в предисловии все наметил. Вы что хотите, чтобы вообще вам все вот только повторять, заучивать и повторять? Ну, как самостоятельность надо проявлять. Так. Ну вот 19-я страница, да? Логика показывает, да, как идея поднимается на такую ступень, где она становится творцом природы и переходит к форме конкретной непосредственности. Логика. А мы занимаемся логикой. Так, 20-я страница. О понятии вообще. Что есть истина? Это вот как бы другая сторона вопроса, основного вопроса философии, да? Что есть истина? Кант пренебрежительно допускает, прежде всего, как нечто тривиальное, номинальное объяснение, гласящее, что она есть согласие познания с его предметом. Дефиницию, имеющую громадную, даже величайшую ценность. Согласие познания с его предметом. Но когда преобразовывается природа и общество, это согласие того, что преобразовывается, с идеей, правильно? А идея откуда берется? И согласие тоже с природой и обществом. Согласно приведенной выше дефиниции, истину составляет не содержание, а его соответствие понятию. Вот это очень важно. Если я вам расскажу содержание, это будет истина. Истина, вот когда вы добьетесь, что ваше понятие и содержание совпадают. А соответствие может быть в одну сторону, когда понятие сначала соответствует содержанию. А потом, когда вы выработали понятие будущего и вот содержание того, что будет, то, что вы построили, будет соответствовать понятию. Так. Ну вот и 24-я страница. 24-я страница. Понятие в своей объективности есть сам сущий в себе и для себя предмет. В своей объективности. Понятие надо рассматривать объективное, в нем искать, а не то, что привнесено субъективным разумом. Правильно? Так надо понимать. Понятие в своей объективности. Объективность, опять же, курсивом. Есть сам сущий в себе для себя предмет. В этом своем завершении, в котором оно в своей объективности обладает также и формой свободы, адекватное понятие есть идея. Разум, который есть сфера идеи, есть раскрывшаяся сама себе истина, в которой понятие имеет безоговорочно адекватную себе реализацию и свободно постольку, поскольку оно познает этот свой объективный мир своей субъективности и последнюю в том объективном мире. Осталось только добавить через его преобразование. Вот, так сказать, мы с вами внимательно присмотрелись к чему? Ну, к такому вводному кусочку, который даже никакой формы, так сказать, тут не приобрел ни глава, ни предисловие. Ну, такое вот введение, которое необходимо было Гегелю показать, а как это же другое же уже, это же субъективность. Ну и постепенно мы тут выяснили, кто тут субъект, в чем, что тут, так сказать, речь идет и о деятельности субъекта, о понятии, и об истине, а истина понимается как согласие понятия и объекта. И в одну сторону, или в другую. Когда мы
только познаем, только отражаем мир. Это согласие, понятие, объект. Когда мы что-то строим, даже любой маленький домик, или совсем маленький, там, деревянный. Вот у нас там был такой домик построен там в Ульяновке. Это уже другой. Это была идея, и она реализована. Кто не верит, может поехать и проверить. И так вся преобразующая деятельность человечества. Сначала это идея, а потом реализация. И вот вы можете поехать в горы и увидеть там причудливые картины, какие только бы ни бывают, и пещеры, и такие в них, так сказать, можно сказать, и отверстия, или провалы, сталактиты, сталагмиты. А вот чтобы одинаковые комнаты были в пещерах, одинакового размера все, с одинаковыми окнами, такого нигде нет в природе. Не додумалась до этого природа. Но полностью одинаковыми ничего не является. Если начать мерить и тут проверять, то, как вы понимаете, полностью нет ничего точно равного. Значит, я хочу вам доложить, что я предпринял это изыскание в связи с тем, что, ну, уже мы об этом говорили на последнем занятии, о том, что мы должны вот изучать эту книгу по другому плану. Книгу мы не можем менять. Книгу написал Кегель, и, как говорится, вот она есть, она издана. А вот изучать, мы ее прочитать должны, как она есть. А вот изучать мы можем ее так, как мы хотим, или так, как считаем нужным. Вот, значит, в соответствии с тем, о чем мы только что говорили, я бы вам сейчас и продиктовал следующий план. Значит, наверное, вы заметили, что в этой книге для людей, которые любят записывать и отмечать, что они читают, здесь достаточно много страниц. Нам понадобится с вами одна страница. Берете эту самую страницу, возьмите в другом томе, какая разница. Значит, структура, материалистически понятая структура изучения книги 3. Мы уже об этом говорили, поэтому это, я думаю, не вызовет возражения, но мы давайте это запишем, чтобы у нас было так. Вот, значит, материалистически понятая структура изучения книги 3 науки логики. Ставим заголовок «Наука логики». Под ним пишем том 2. Второй пишется римскими буквами. Том 2. Субъективная логика. А книга? Третья книга «Учение понятия». Вот у нас написано здесь, вот когда открываем. Вот, пожалуйста, том 2. Субъективная логика. Третья книга «Учение понятий». Так, с чего мы начнем? Начнем мы с того, что вот есть предисловие. Пишем предисловие. Оно есть и есть. Второе, что мы потом поставим после предисловия, то, что там и стоит, а понятие вообще, то, что мы сегодня и рассматривали. А потом идут три отдела, как и есть в науке логики. Первый отдел, ну, в соответствии с тем, что мы материалисты, первым отделом мы поставим, и в соответствии с тем, что Гегель рассказывал, как природа поднимается постепенно на высшую ступень духа и понятия. Поэтому то, что здесь написано, том «Субъективная логика», это, так сказать, два принципа. Либо по началу тома, либо по завершению. Я думаю, если мы по завершению будем называть, то так и есть субъективная логика, когда мы должны прийти к субъекту, да, к познанию всего этого дела. Объективность первая, да? Первый отдел – объективность. Прямо берем весь отдел «Объективность» и его изучаем. Объективность. Там есть первая глава «Механизм». Первый отдел – объективность. Ну и в соответствии с тем, как там есть, первая глава «Механизм», вторая глава «Химизм» и третья глава
жизнь. И вот только тогда, когда мы рассмотрим эту третью главу, и эта жизнь завершится, так сказать, развитием, так сказать, человека, появлением человека, тогда мы считаем, что тогда появился тот самый субъект, который дальше будет изучать, и тогда можно начать второй отдел – субъективность. Так, здесь мы вот в объективности записываем так, как есть и у Гегеля. Первая глава – механизм, вторая глава – химизм, третья глава – жизнь. Второй отдел – субъективность. Тут тоже никаких изменений тут мы не делаем. Первая глава – понятие, вторая глава – суждение, третья глава – умозаключение. Тем более, что мы этим уже занимались, сейчас мы уже занимаемся тем, чтобы на правильное место поставить. Как Аркадий Райкин рассказывал, кто такой художник? Это прежде всего человек, который берет нужную кеску и кладет ее в нужное место. Вот и мы тут как художники. Третий отдел. Как называется? Идея. Так и называется, как у Гегеля. Мы переставили только объективность, поставили впереди. Что сначала? Объективность. Сам же вот Гегель тут нам только что рассказывал, что мы выяснили при очной ставке, когда мы взяли это учение о понятии, что сначала идея поднимается на эту верхнюю ступень, и потом она познается и природу, и себя. Третий отдел – идея. И вот здесь, первой главой, мы должны поставить телеология, которая у Гегеля стоит явно не на месте. Потому что если есть, сначала ставится цель, а потом тогда появляется идея. Потому что идея, да, идея познания, абсолютная идея, они без цели, без той цели, которую ставит себе человек в том или ином виде, человечество, род человеческий там, или какой-то класс, без этого никакой идеи не бывает. Поэтому идея – это не вообще мысль, а мысль, отвечающая на вопрос, что делать, преобразующая мысль. Мысль направлена на преобразование материи, правильно? Угу. Вот, поэтому первая глава – телеология, а у Гегеля это стоит вот да, по плану. Объективности в конце. В конце вдруг объективности. Что она, телеология, это же? Он специально запутал. Это же идея, так? Вторая. Так вот, вторая глава – идея познания. И третья глава – абсолютная идея. А теперь обратите внимание, вот давайте запишем третий отдел. Идея. Потом первая глава – телеология. Вторая глава – идея познания, третья глава – абсолютная идея. Обратите внимание, что мы только переносим целыми кусками. Да, целыми кусками. А посмотрите, вот Гегель, такая у него троичность была, троичность. И вот абсолютная идея у него, смотрите, идея познания. А – идея истины, Б – идея добра. Здравствуйте. Вот, а жизнь? Жизнь, вот у него там, где идея, там появляется жизнь. Живой индивидуум, процесс жизни, род. А телеология раньше жизни, раньше рода, раньше живого индивидуума. То есть, вот и род появился тот самый, который должен воспрянуть род людской. Ну как может быть, какие могут быть постановки цели, если даже жизни еще нет? Нет живого индивидуума, нет процесса жизни, нет рода. Поэтому ни о каком субъективной цели не может быть и речи, о средстве не может быть речи, и о выполненной цели не может быть речи. То есть совершенно явно они тут стоят нелогично у Гегеля. А вот тут, как мы с вами обрисовали, тут все логично. Причем мы никаких, так сказать, изменений по тексту тут не собираемся делать. Это не наше дело при материалистическом истолковании. А речь идет о плане изучения. По какому плану изучать? Вот по такому плану, который мы с вами записали. И мы так и будем дальше двигаться. Так, все записали или кто-нибудь не записал? Все записали тут. Поэтому мы будем двигаться так. Значит, предметом уже следующего занятия будет у нас. Ну, во-первых, мы должны повторить, каждый, кто сегодня присутствовал, тем более вот Сергей Викторович все это вывесит,
И мы будем иметь возможность вас повторить и раз, и два, и три. Ложишься спать, включаешь, а он бормочет. И ничего не надо делать. Он это не Сергей Викторович, это бормочет компьютер. Голосом Михаила Васильевича. Все, уже это облегчили изучение науки логики, я не знаю до какой степени, но просто уже ничего не надо делать. Космические корабли бороздят. Да. Изучение логики возникает. Да. Сколько у людей? В очереди стоите, она все бормочет тоже, все говорит. Все, в телефонах все записано, все есть. Я не знаю, что еще нужно вообще людям. Многие жены вас начнут любить. Нет, когда они увидят, что это не это, что он умер уже, Гегель, а не отца. Они боятся, что если. Что это за Гегель у него завелся где-то. Тем более мужик. Главное сообщите, что это такое, 19 век, так и все. Вот это надо сказать. Так. Ну вот, значит, что мы будем изучать? Будем изучать. Как мы с вами и записали, сначала объективность, механизм, легко нам изучать, что тут изучать, проще простого. Потом химизм, то же самое, только новые данные, современные добавляет. И Энгельс этим занимался в диалектике природы. Энгельс этим и занимался, между прочим. Мы продолжаем ту линию, которую вот классик марксизма проводили. Ленин призывал, Энгельс прямо это изучал. Энгельс же изучал и жизнь, но в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» вот вся эта жизнь доведена. Жизнь человечества, до человеческого рода доведена, до государства и практически до капитализма и до роли рабочего класса в освобождении от эксплуатации. Вот, а потом, когда мы это все изучим, механизм химизма жизни, вы можете сказать, что мы это уже изучали. Да, но мы это изучали, так сказать, в одном ракурсе. А сейчас мы это изучаем как первый отдел. Как первый отдел материалистически истолкованной науки логики. Потому что нам же нужно построить в голове систему материалистическую науки логики, а не систему идеалистическую, правильно? Ничего не поделаешь. При этом, я еще раз повторяю, книга остается книгой. Никто тут не собирается ничего перемещать в книге. Но изучать-то вы можете по тому плану, который мы наметили. Так, потом, когда мы это все с вами изучим, мы перейдем ко второму отделу – субъективность. И это нам будет там тяжело, потому что понятие суждения умозаключения, если есть человек, который скажет, что он тут все понял, пусть поднимет руку. Что за никто не хочет поднимать руку? Потому что все спрашивать начнут его тогда, и он тут все посыпется. Ну а дальше третий отдел, вот он уже простой. Только он теперь тут, в отличие от того, как у Гегеля там как-то получилось, не хватает. Здесь три главы. Телеология, идея познания и абсолютная идея. Все хорошо тут стоит. Теология что такое? Это постановка целей. Ну, раз вы поставили цель, тогда есть идея познания, а не просто познание безидейное. Идея познания связана с тем, чтобы познать мир. А для чего его познавать? Чтобы ее преобразовывать. И абсолютная идея. А в каждой главе мы ничего не меняем. В главах мы вообще ничего не меняем. Обратите внимание. Внутри глав никаких перестановок мы тут не делаем при этом изучении. Мы изучаем так, как есть. Ну и с точки зрения того, как вообще штудировать, что такое штудировать? Возвращаться к тому, что изучено, так сказать, с разных сторон смотреть, вот, по-разному подходить, для того, чтобы это нестандартно было, чтобы мы увидели то, что при первом чтении оказалось незаметно. И я не случайно сегодня начал с того понятия, которое все читали здесь присутствующие, что если его внимательно читать, и не один раз, то можно заметить то, что с первого, второго, третьего, четвертого раза можно и не заметить. Я не могу сказать, сколько раз я читал это, но не меньше пяти. Известно еще, неизвестно, по-моему, да? А? Известно еще...
Ничего известно, еще не есть, от того познано. Вот. Так что вот это нам известно, а теперь мы занимаемся познанием известного. А раньше мы занимались познанием неизвестного. И что получилось у нас в результате познания неизвестного? Известное. А познание получилось известно, а мы еще этим не занимались. Так что отстаньте от нас, это у нас впереди. Ну и потом такое удовольствие, кружок. Я уже как руководитель кружка, я же тут как бы возглавляю, мне же надо авторитет поднимать, как-то держать. Как еще затянуть вообще занятие кружка, чтобы люди не разошлись? Это же удовольствие такое. А другого способа затянуть, как не придумать другую структуру и начать материалистически истолковывать. Тем более Ленин прямо ссылался, поэтому против никто не пойдет. Вы против Ленина? Так? Нет, ну все, согласовано. А это сопредседатель идеологической комиссии Центрального комитета Рабочей партии России. Согласовано. Есть против? Нету. Так, какие у нас есть вопросы по сегодняшнему занятию? 27-го следующего. А? 27-го следующего. Это ответ уже на вопрос. Нет, я просто что-то... Они не... Вы уже дали им ответ, а они вопрос все еще не задают. Нет, чтобы спросить. Валерий Александрович, когда у нас будет следующее занятие? 27-го. Никто не задал вопрос. Потому что когда задашь вопрос, подумай, что ты ничего не понял. А когда не задал вопрос, подумай, что вы все поняли. Все так продумано хорошо. Просто можно на таком уровне, что уже мысленно общаемся. Да. Мысленно задаем вопросы. Да. Ну, тем более, что это вот число. Это будет у нас вторник, да? Да. Хорошо. Прекрасно. Нет больше вопросов? Тогда первое занятие этого года объявляется закрытым. Давайте заранее поблагодарим товарища Тюленева, который был работать. Послушайте, непосредственно, это что, это без снятия? Да? Непосредственно, это без посредств, без средств. Средств, знаете, что будет средств? Вот если я вас карандашом брошу, это будет непосредственно я вас ударил, или опосредствована? Посредственно.